Всем привет и добро пожаловать в видео Draw My Life, или же просто нарисуй свою жизнь. Рисовать я не умею, поэтому нам поможет анимация. 7 мая 2000 года в городе Москва на свет появилась маленькая девочка, которую назвали София. Это имя выбрал мой папа. Мама же хотела назвать меня Лизой, потому что там был какой-то день Святой Елизаветы и что-то там в этом духе. Жили мы в большой трехкомнатной квартире нашей достаточно большой семьей. Бабушка, моя мама, папа, моя тетя, вторая тетя, дядя, моя старшая двоюродная сестра и мой двоюродный старший брат. Ну и я, конечно же. Мой папа от нас ушел, когда мне исполнилось 3 годика. Я не помню, чтобы я плакала или как-то переживала. Я просто росла и всегда знала, что у меня есть папа, просто он живет в другой стране. Моя мама начала устраивать свою личную жизнь заново, а моим воспитанием в основном занималась бабушка. В детский сад я не ходила. В 2007 году я пошла в первый класс. Учиться я совсем не хотела и получала одни двойки. Мою маму часто вызывали в школу, и это окончательно испортило наши с ней отношения. В 2014 году моя мама снова вышла замуж и даже забеременела. У меня родились 2 младших брата-близнеца. Я была не в восторге. И мы нашей новой семьей переехали в город под названием Люберцы. Я пошла в новую школу. Очень тосковала по своим старым друзьям, но с оценками все стало гораздо лучше. В детстве я очень любила петь, и мечтой всей моей жизни было стать певицей и поехать на детское Евровидение. В 13 лет я создала свой первый канал на YouTube. Снимала очень много видео, училась монтировать, просила в качестве подарка на день рождения видеокамеру у мамы. И моей второй главной мечтой всей жизни стало стать блогером. Ну, я попыталась хотя бы. Отучившись 9 классов, я поступила в творческий колледж на творческую профессию фотохудожника. Там у меня начались первые серьезные отношения. Там же они и у меня и закончились. Пошла танцевать в студию Тодес. Про это я снимала отдельное видео, поэтому если вы его еще не посмотрели, welcome смотреть. Все это пришлось на один и тот же период времени, и в целом можно смело сказать, что когда все это закончилось, у меня началась новая жизнь. Я устроилась на свою первую работу в фотоателье, в котором я работаю по сей день. Свои первые заработанные деньги я потратила на автошколу. Я всегда любила машины и мечтала получить права. 12 июля 2022 года моя мечта сбылась. В 2020 году я познакомилась со своим молодым человеком в Тиндере. Да-да, никогда не воспринимала приложение для знакомств всерьез. И вообще, я скачала Tinder просто посмотреть. Сейчас мне 22 года. Я активно снимаю видео, учу английский язык, работаю на работе, мечтаю выйти замуж. А еще у меня есть кот по кличке Костя. И это самый лучший кот в моей жизни. Что ж, на этом все. Но вы же не думали, что у меня какая-то суперинтересная жизнь? Буду очень рада твоей поддержке. Спасибо и до новых встреч!